доброго дня, хорошего настроения. Вот я вам показываю корень. Это бальзам широкого спектра, который исцеляет все наши болячки, все наши болезни, помогает при температуре, при кашле, при суставах смазываешь. Кто кашляет, даже можно пропивать его ложку, размешивая с теплой водичкой и запить. Кашель так рукой снимет. Теперь я хочу вам маленькую Машуню. Она на улице погуляла и принесла нам заразку такую. И через 3 дня пришла в наш дом, вся в болячках. Мы повели ее к ветеринару, у нее оказалась температура 40 и... Что у нее было, Шарик Ахмед? Подкожный клещ. Подкожный клещ, да. Она нам прописала всякие мази, сделала антибиотик, но оно не помогало. И я решила сделать ей смазывание с корнем. Как я это делаю? Вот так делаю. У нее по всему телу эти болячки были. Я вот так ее растираю этим корнем. Где ее болячки? И болячки исчезают. То есть купаю. Потом она облизывает этот корень. Естественно, оно проходит через ее организм. И организм тоже исцеляется. Вот посмотрите, у нас здесь такая большая болячка была. Сейчас этой болячки нету. Вот так я протираю ее. Даже у нее болела. Машуня, Машенечка, красавица. Даже на хвостике у нее был. Был этот клещ поганый. Ну, мы ее искупали, почистили. И вот недельку мы ее протерли, и наш подкожный клещ как рукой сняла. На шее тоже, на шее. На шее есть. Где это на шее? А, вот здесь, да? У меня вот здесь была тоже. Сейчас мы сделаем вот так. Даже, видите, как она. Вот здесь на шее болячка. Покажи. Вот здесь где-то есть, у меня на шее. Не видно, чешет. Ну, ее камнями. Делаю обвёждывание. Так наша машина. 6 она у нас очищает, улучшает, болячки исчезают. Наша машина добрая. Предлагаю всем, у кого есть болячки на теле, у вас или у животных, или у вас укусил комарик, паук. Пожалуйста, у нас подкожный клещ исчез.